Девятая глава книги пророка Осии. «Не радуйся, Израиль, до восторга, как другие народы, ибо ты блудодействуешь, удалившись от Бога твоего. Любишь блудодейные дары на всех гумнах. Гумно и точило не будет питать их, и надежда на виноградный сок обманет их. Не будут они жить на земле Господней, Ефрем возвратится в Египет, и в Ассирии будет есть нечистое. Не будут возливать Господу вина, и неугодны ему будут жертвы их. Они будут для них, как хлеб похоронный. Все, которые будут есть его, осквернятся, ибо хлеб их для души их, а в дом Господень он не войдет. Что будет делать в день торжества и в день праздника Господня? Ибо вот они уйдут по причине опустошения. Египет соберет их, Мемфис похоронит их, драгоценностями их из серебра завладеет крапива, колючий терн будет в шатрах их. Пришли дни посещения, пришли дни воздаяния. Да узнает Израиль, что глуп прорицатель, безумен выдающий себя за вдохновенного, по причине множества беззаконий твоих и великой враждебности. Ефрем — страж подле Бога моего, пророк, сеть птицелова на всех путях его, соблазн в доме Бога его. Глубоко упали они, развратились, как во дни Гивы. Он вспомнит нечестие их, накажет их за грехи их. Как виноград в пустыне я нашел Израиля, как первую ягоду на смоковнице, в первое время ее увидел я отцов ваших. Но они пошли к Ваал-Фегору и предались постыдному, и сами стали мерзкими, как те, которых возлюбили. У ефремлян, как птица, улетит слава, ни рождения, ни беременности, ни зачатия. А хотя бы они и воспитали детей своих, отниму их, ибо горе им, когда удалюсь от них. Ефрем, как я видел его до Тира, насажден на прекрасной местности, однако Ефрем выведет детей своих к убийце. Дай им, Господи, что ты дашь им? Дай им утробу нерождающую и сухие сосцы. Все зло их в Галгале, там я возненавидел их за злые дела их, изгоню их из дома моего, не буду больше любить их, все князья их — отступники. Поражен Ефрем, иссох корень их, не будут приносить они плода, а если и будут рождать, я умершлю вожделенный плод утробы их. Отвергнет их Бог мой, потому что они не послушались Его и будут скитальцами между народами.